Всем привет, это Андрей из Беженки. Вот он я. Как всегда, снимаю одним кадром, вернее дублем, без монтажа. Значит, решил почистить карбюратор на квадроцикле Stealth Leopard. Вот, снял, разобрал все полностью и заметил, вот такая ерунда. Вот он патрубок, который идет от воздушного фильтра, короб воздушного фильтра стоит, идет к карбюратору. Вот так вот он ставится. Он был порепанный. Что я, значит, сделал? Просто взял, заколхозил, можно так сказать, облил все трещины, замазал клеем момент. Вот, видите? Вот сейчас оно усохнется. И будет нормально держать. На год по-любому хватает, уже проверено. Делал это неоднократно. Единственное, что потом, когда снимаешь, не надо промывать его в бензине. Вот, иначе как промоешь в бензине, он начинает отслаиваться от резины, придется по-новому делать. Так что вот такой того апгрейд, если можно так сказать. Колхоз, ну, этот колхоз, я вам хочу сказать, работает, и работает неплохо. Может продлить определенное время поездить на нем. А на АТВ-док только что смотрел, такой патрубок стоит 750 рублей. Ой, обманываю, 710. Вот так что еще походит, еще будет жить. И думаю, не один сезон. Ну все, всем спасибо. Всем до свидания. Надеюсь, мое видео кому-нибудь понадобится, пригодится. Все, всем пока.